почитайте внимательно. Та-та-та-та-та-та-та-та-там-там. Всем привет. С вами Данил. И вы на канале Симо. И мы сегодня продолжаем играть Resident Evil 7. Так, это что такое? Ладно, неважно. Мы забрали третью часть, кажется, да. Третью часть головюшки. И у нас есть что? Монетка. Так. Монетку мы закинем сюда сразу же. Да. Потом мы закинем что? Порох. Ценную фотографию нафиг не нужна нам. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Все. Можно идти. Нам надо как-то дробовик достать. Вы не знали? Бабёшка сидит тут. Бабулька. Не понял. Она тут поет. Прям вот тут, прям в упор где-то. Дамочка. А, эту же мудака мы же убили. Что нам ссать? И что открылось у нас? А, твою же налево, это дверь. Ой. Ну, мне страшно. Так, а точно я не могу забрать дробовик? Что это такое? Могу взять что-то, нет? Ну, вот, видите? Врешь, не уйдешь, выберитесь во двор. Ну, это, конечно, классно все, но, блин. А что-то могу вместо него поставить? Не могу. Ладно, придется так. Ладно, ладно. Я, конечно, не знаю, как забрать этот дробовичок. Ну, пошлите, сходим. Может, тут что-то есть? Опа, качелька. Так, ой, это что такое? Что за страшная хрень? О, травушка наша. Миска. Чё? А, это порох. Твою же надела. Я думал, еда какая-то. Что-то там страшное происходит. Так, сходим сначала вот сюда. Дамочка вот тут пела. Какую-то песенку. Давайте тут походим. Я туда не хочу идти. А сюда я хочу, да, идти? Тут темно и ни хрена не видно. А, смотри-ка. Ага. Вот сюда убегал этот. Типа тут какая-то девчушка, получается, живет. Так, не понял. Ладно. Ладно, выбора нету, идти туда придется. Все-таки. Да. Особнячок там небольшой, большой только. Так что это такое? Это газета. Давайте зайдем. Ой, а, это сохранюшка типа местная. Давай. На всякий случай сохранится, но мало ли типа что произойдет. Сломанный пистолет. Не пистолет сломали, да. Ладно, брось уже, никто не хочет тебе звонить. Никто не хочет с нами разговаривать. Мы что, такие отвратительные? Что это такое? Стероиды бессрочности. Что нахрен? Повышение максимального здоровья. А, стероиды, ё-ма. Это что? Стероиды навсегда ускоряют перезарядку. Опа, что это такое? А, там. Фоточка у деда.
Им уже не спастись. Понятно. Да пошел ты. Что это такое? Сильная отдача, но большой наносимый урон. Магнум, что ли? Револьвер или что? Что это такое? Он какой-то пистолет какой-то. Ну ладно. Что у нас? Опа. Ощущение в тени становится все более странным. Скорее я стану совсем как мама и папа. Это все она виновата. Может сбежать? Нет, не могу. Если она заметит, мне крышка. Да. Женщина по имени Мия, которая была с ней, что-то знает. Будь у меня сыворотка, может было бы исцелиться. Мне нужно узнать больше. Все, точно ничего нету. Твою же налево, испугался, что-то под солом я за пятку взяло, ё-моё. А это провод у меня, типа, весь. Опа. Может, это принадлежит Зое? Угу, лифчик, да? Зоя. Окей. Ладно. Сука. Только я зовут Зоя. Давай, дядь, кто со мной? Ты уцелел? Ты первый, кто сумел продержаться так долго. Так же тебе от меня надо... На... Это как-то мне поможет? Да, слушай внимательно, Итан. Мои родные, я. В общем, мы все заражены. Я не смогу идти, пока не вылечусь. Мне Мия тоже не может. А есть способ? Нам нужна сыворотка. По идее, она чистит наш организм от заразы, если только еще не слишком поздно. Так, и где ее взять? Знал бы, где ее давно бы я уже добралась. Но поздневаюсь, что матушка спрятала немного где-то в старом доме. Но это там, в Бу. Значит, если я ее найду, то мы с Мия. Верно. Я тоже старый дом, стоит на берегу, не заблудишься. Надеюсь, ты справишься с матушкой. Будь осторожна, она... они будут тебя искать. Ля, падла, будет меня искать, да? Ну а я зонт возьму и всажу ей пуль. Блин, мне дробовик надо взять. А как его взять, я не понимаю. Косилка тут. Как реально дробовик взять? Что сзади? О, нифига, тут есть дверка. Заперта с другой стороны. Тихо. Показалось. Ладно. Голова. Что это такое? Что я подбирал? Пищевые добавки. Ага. Ага. Так, а если я там открою дверь, что будет сейчас? Я же могу же зайти туда? Вот мне интересно, а как туда попасть? Типа в этот дом. По соседству слева. А, уже открылись, конечно, конечно. А почему сразу не открылись? Подожди, давайте пищевые добавки используем и поищем. Мало ли мы что-то дома упустили. Важное. Не-не-не-не, давай их не будем использовать. Не-не-не-не-не, давайте сейчас закинем туда. Сундучок. И все. Да, закинем в сундучок пищевые добавки. Когда мы сможем найти ключ змеи. Да. Тогда мы используем их. А то смысла нету от них, если у тебя нету этого. Ключ змеи, потому что на втором, на многих этажах есть эти хреновины и все. Так, ладно, пошлите туда. Угу. Ой, стрёмно. Ладно. Пистолета для патрона. Ну тут что-то есть? Не, ничего. Так, что же страшно. Почему так светло тут стало?
Ты что, ёбнутая, что ли? Ладно. Я прям обоссался, смотрю, что-то она летит ко мне. Ушел. Опа. Похоже на чертеж какого-то огнемета. Я видел этот огнемет, но я не знаю, как его открыть. Личные вещи, дайте враг. Да, добейте врага ножом. Что нахрен? Когда-то я успел. Что-то я взял. Это твердое вещество при поджоге горит сильно пламенем. Его нельзя использовать самому по себе. Угу. Да вы, суки, не убьете меня, не переживайте. Пошел нахрен! Открой мне дверь. Открой мне дверь. Упырь. Давай, сразимся по одному, сука. Ушлепки тупые. Манал, я вас в рот всех. У меня уже хп от вас есть. Блять. Что это такое? О, надо хилку сделать себе. Охренеть, это что тут только что появилось? Так, контур. Надо полечиться, а то жопа мне. Что тут появилось? Давайте посмотрим. Пищевые добавки. Психосимулятор. Угу. Ну окей. Твердый добавок. Ладно, закрываем. Блин, там по-любому еще что-то было. Там очень много этих шмелей. Что-то карта старого дома, окей. А, ну давайте посмотрим. Что это такое? А, тут дом с ключиком, смотрите. Тут есть подвал. Галерея. О, мы сейчас около галереи будем. Гостевая комната. Подождите, давайте назад сходим. Вот он, да. Бля, тут еще больше этих насекомых. Только не сзади. Сука, побежали. Осмотр комнаты. Так. Сука, мы выбрались назад, да? Окей. Ну, мы поняли то, что тут что-то есть. Она наверху. Ну я понял, это бесполезное дело сейчас сюда лезть, вообще ни капельки. Надо подождать, когда огнемет я достану оттуда. А так сейчас побегаем тут мы. А, показалось, что там кто-то стоит. Я же уже открывал дверь, что ты, блин? Опять загадку это решать, что с паучком. О, мусорки патроны лежат. Рукоят горелки. Так, что это такое у нас? Сохранение. А сколько времени? А, еще 10, только 15 минут прошло. С данной игры. Ну давайте, сейчас сделаем что? Что это такое? Твердый... Не надо мне. Мне вот это надо, пищевую добавку сделать, психотроп. Ого! На один рюкзак больше стал, нормально. Психотроп, так. Сейчас мы возьмем тебя. Возьмем тебя, подожди-ка. А нет, ладно.
Так. Вот это уберем мы. Все, сейчас создавать будем. Чудо. Все. Есть мешок. Увеличить есть ячейство. Окей. Конечно, уже поздно так все здесь, да, у меня это достижение, но окей. Все, пойдемте, пойдем. А, куда пойдемте? Сохраниться же надо. Что это мы не сохранимся? Все, пошлите. А тут же водится крокодил, представляешь, вот этот мост обоссанно упадет, и ты упадешь в болото это. Вонючее болото ты упадешь, ты понимаете? Какая-то хрень полная. Че это такое? А там туда можно было как-то попасть? Так, стоямба. Да, столовая, через столовку надо было проходить. Ё-моё. А давайте сходим. Это попозже у нас приведет. Это вот там. Ладно, понятно, дебилы хотят напугать меня. Кто я мог туда попасть? Так, я надеюсь, они меня не тронут. А, у меня нет такой хрени, чтобы туда попасть, да? Ладно, пошлите туда. О, потом что-то есть. Надо будет сходить забрать. Что это такое? Носик горелки. Вон, травушка моя. Банки. Что ты мне тут перещишь? Успокоился. Черт поганый. Ладно, сейчас ходим туда. Ты тоже сдохни. Это вообще кто? Я вообще не... Нет, ну это кажется осы, типа гигантские. Шершни, королевские шершни. Я не знаю, это хрихуи, блин, хреновые. Которые берут и пугают меня. Отмычка. О, отмычку мне дали, пацаны, вы понимаете, отмычку. Так, отмычку мы не тратим тоже. Блять, 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 уйди нахуй, нахуй. Где мой домик? Все, заходим. Так, смотрим, что у меня вообще есть. Что я взял, что убрать. Я взял себе... Что это такое? Носик горелки. Похоже, это очень можно с чем-то скомбинировать. Окей. Психостраф убрать. Отмычку, ну пусть будет тут. Ладно. А! А нахуй мне патроны для дробовика. О, все, поехали. Пошлите гадать загадку. Ага. Ты шутишь? Ты пытаешься... А как я тебя разгадаю, если у меня нет этой хрени? Классно. Ядовитый хищник. Дебилу. Ага, все-таки она где-то находится. А, ну вот, ящик же. Ну, понимаю, я умереть могу, но, блин. Но мне надо взять что, блин. Я просто не знаю, где все находится. Но он уже при смерти. Это пипец. Они хотят моей смерти. Они закусают меня сейчас, да?
Да хватит кусать, ебанашка. Блин, мне надо это психотроп найти. Свалили нахрен! Я же обещаю, я же вас всех подымею. Закрой дверь. Все, отошел чуть-чуть. Блядство. Суки, я вас же ненавижу. Я вас сейчас подымею. Гандоны мелкие. Кусают меня. Что у нас тут? Надо дверь закрыть. По-любому из-за двери это. Что тут? Только гребаная аптечка. Ну твою же дивизию. Я в рот манал это. Какой нахрен аптечка? Баня. И шо, и где все вещи? Где этот гребаный паук? Ой, да, паук. Типа фигурка. Угу. 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 Так, так. Что у меня есть тут в сундучках? У меня есть одна аптечка. Щепщение от мыди, 6 древних монет, 1 трава, мия, 19 ценная бумага, твердое топливо, сломанное. Так. Может, я создать могу? Что вот это? Ебать. А действительно. А как это так получилось? Сука. Бля, все пизда. Ай, блядь. Сука, чё падла? Кто на меня тут... Опасался, я не понимаю, кто на меня клювом-то дубил. О, моя первая жертва, сука. Шо, сука? А, я уже забрал, типа, оттуда вещи. Сейчас отхилимся мы. Что-то я подобрал. Ладно, хрен с ним. Нам надо туда попасть. Так, по приколу мы не пойдем туда. Мы не сможем туда попасть, да? Ну где там еще таракашки были, а? Сволочи тупые. Сгори, уебище, без слова. Ты меня заколебывал, я тебя сейчас убью. Понял, не уж что-то я тупанул. Все, изи. О, будет таймер сработал. Ну сгори ты уже, достал. Все, появились. Все. Тупой шака. А там путь появился какой-то. Ты тоже сгори. А, ты не можешь говорить, ладно. Хер собой. Я что-то подобрал еще. А ничего не подбирал, что ли? Я что-то подобрал какую-то хрень.
Все? Там еще, кажется, должен. Бля, ты что, ебнулся? Кто? Охренеть, я обосрался. Вот и все. Давай-ка вот так, опа. Вот это я понимаю дело с делами. Все, присядем. И пошли мы. Не-не-не-не, стоим бы. Сейчас дойдем мы до сюда, посмотрим, что у нас тут есть. Что можно забрать? Древнюю монету забираем. Подожди. Итан? Хватит мне голову морочить, Мия. Хотел тебе сказать. Но я просто почти ничего не помню, не помню. Папа, да? Ты не против, если я ненадолго заберу маму? Облёшь, дай мне стать с трудом, сделай что-нибудь. Итан, помоги! Чёрт. А, ну по сюжету мы так и идемся, да? Ни хрена не вижу. Что у нас тут есть? Ничего нету. Туда как-то можно попасть по-любому. Ладно. Мне насрать. Мы сейчас ходим назад сюда, где мы сохранимся. Пошел нахрен. Ни хрена она меня послала. В смысле пошел я нахрен? Ладно. Мне бы сохраниться. Дойти до момента, где сохраниться можно и все. Ага, черт. Так, дамочка, я чуть-чуть попутался. Не-не-не-не. Не, ну ты иди туда, иди, иди. Мне туда только надо попасть. Я вас потом убью, не переживайте. Щелки. Да, я не сюда попал. Куда я вышел? Да, я не сюда вышел. Тут что-то было. Что-то я подобрал. Порох, что ли? Нет, я что-то там подобрал такого. Блядь, а где сохранение? Я хочу сохраниться еще и забить на нее. Нахрен. Я заколебался. Все, все, все. Уйди, пожалуйста, дамочка. Может, нахрен ее послать? Уходим. Дверь закрываем с собой. Идем мы до оттуда. Сейчас отхилимся. Ну все, говна куска, лопнуло мое терпение. Все, сейчас. Делаем сохранение и все. И это на следующую серию пойдет. Следующая вот типа. Ну я надеюсь, она не придет же сюда. Так сказать, спасибо за просмотр. Всем удачи и до встречи!